Всем привет, друзья! Я еще в кровати, хотя время 11. Дело в том, что я заболела. Вчера поднялась температура 38, а у нас на сегодня запланирован стрим. Вчера захотели провести стрим на канале Вика Go. В сообществе разместили информацию, и я поняла, что я заболела. Но деваться некуда, через 3 часа надо стартовать, так что я встаю и пойду собираться, завтракать. Так, ну что, я готова. Папа у нас делает стулья, чтобы они не скрипели, да, на прямом эфире. В общем, они в прошлый раз скрипели, и мы решили вот такие вот резиночки добавить. Куда там нужно? Вот сюда вот, да, их, чтобы они не скрипели. Вика, Вик, а что сидим? Я не поняла. Через час стрим. Пошли заплетаться. Сидит, а что ты там щелкаешь? Фисташки? Нормально. А почему не за столом? Понятно. Ну все, Вик, давай будем одеваться. Пошли, я тебя заплету. Через 40 минут будет стрим. Папа на заднем фоне делает стулья. А я чувствую себя получше, но все равно решили в понедельник сходить и сдать кровь. Посмотреть, что это, что со мной. Все, мы в эфире, ребят. Если нас видите, пожалуйста, напишите. Если нет, тоже напишите. Слышно, все, вижу. Татьяна, слышно. Вижу, привет, привет, слышно. Угу. Да, все хорошо, видно, слышно. Мы спонтанно решили выйти в эфир. Вчера мы приняли это решение. Эфир будет коротенький, я думаю, минут на 20-30. Короче, все хотели увидеть папу на стриме. Я сейчас вам покажу папу, только на фотографии, понятно? Вот он, наш папа. Все, только так. В общем, закончили мы сейчас стрим. Какие возникли трудности? Мы не услышали, что нам пришли донаты. Нам скинули несколько донатов там на 400 рублей. И знаете, мы их не услышали. Да, не. Донаты кидают. Ребята, видите? Там. А я почему-то не вижу их. Я вижу, вон, смотри, это кисонька, кисонька так бегала. Сколько? Так, я пока сейчас, подожди. 300 рублей нам, оказывается, кинули донаты, а я и не вижу. Ребята, это, наверное, спасибо большое, кто скинул. Кто скинул, спасибо вам большое. Это первые наши донаты. Я поняла, в чем проблема, потому что мы потом сели, разобрались, все. То есть в следующий раз я это учту обязательно. Но это опыт, я понимаю, что опыт. Мы поблагодарили, но, правда, не увидели, кого надо было поблагодарить сразу, к сожалению. Ну, ладно, это опыт, в следующий раз уже все учтем. Вот, сейчас к Вике пришла подружка. Они тут на балконе устроили пикник. Должны были на улице устроить, но пришли домой. Сейчас покажу вам. Так, девчонки тут сидят, что-то смотрят. Какой-то пикник. Это что такое у вас? Это чипсонки, что ли, какие-то? Да. Ну ясно. Девчонки, есть морс еще брусничный налить? Да. Но он, наверное, теплый еще не остыл. Ну, это вот наш балкон немного захламленный, это мы убрались. Мы здесь вот уже чистенько все. И мы кушаем. Девчонки сидят на кресле. Ой, я не буду сладкой, спасибо, Кир. Вика, а чем вы там занимаетесь? А зачем тебе знать? Ну просто я слышу, вы что-то спорите с Кирой. Ну, рассказывай. Нет? Ну ладно. Ты ее извозюкала? Кира, она тебя чем-то извозюкала? Так. Она меня не мазюкала. Не мазюкала? А что у тебя щека красная? У меня аллергия. На что? На сладкое не будет. Ага. На сладкое. Ой, обманщица, ой, обманщица. Настоящая подруга покрывает. Да мы а вы что, игрушки перебираете? Даня, ты пришла, чтобы нас снимать? Да. А я тут лежу, отдыхаю с температурой. Девчонки заходят в комнату иногда, берут игрушки и уходят. Я представляю, вы где играете, на кухне? Нет, я Кире эти игрушки отдаю. А, вы перебираете игрушки и отдаешь Кире, угу, да? Потому что я уже выросла.
Кира, нет. А некоторые я буду продавать. А, даже так? Продала. Кира! Юный предприниматель, в общем, растет. Пойду посмотрю, что они там понаделали. Да столько игрушек отсюда вынес. Так, ладно, не ванны. Юп, ты тыщ. В общем, такая ситуация у нас на кухне. Все игрушки тут. Друзья, тут я буду завершать это видео. Спасибо большое, что досмотрели его до конца. Увидимся в следующих видео. Всем пока-пока!